Здравствуйте, любители шашек! Сегодня разберем симметричную гамбитную позицию, которая часто встречается в партиях. И если открыть базу партии, то мы можем увидеть подавляющее большинство, одна из сторон выигрывает, а позиция считается ничейной. Поэтому ее очень важно знать, чтобы не проиграть. Обычно в симметрии, кто начинает, тот проигрывает. И это было бы так, если белые пошли бы cd4. Черные ходят bc3 и бить назад проигрывает из-за комбинации d 5 и бьют 2 в дамке. Но если бить на b6, то бьют на c7 назад и получают такую хорошую позицию выигранную. Например, если поменяются e4, у белых куча бортовых шашек, и выигрывают черный таким образом. Например, cb6, dc3, bc5, cb2, de5, b3, cd4, cb4, ну и побежали обе стороны в дамке. Поставили дамку и ходим g2. И, например, поставить дамку, то можем ее, в принципе, и сразу поймать, еф 4 можно и отойти, и следующим ходом поймать. То есть позиция считается уже выигранная, если играть cd4. Выиграно за черных. Но в этой позиции начинающая сторона получает преимущество с помощью жертвы шашки hg7. И теперь черным нельзя бить назад из-за комбинации ed4, g6 и бьем в дамки с выигрышем. Поэтому нужно бить на 6. И теперь нападаем CD4. Остается ход BC3. Бьем назад. Также в партиях очень часто ошибаются ходятся B4 и проигрывают. Тогда BC3. Если играть FE5, то ED4 с разменами. И нападаем FE3. Если отходит, то комбинация Е 4 с выигрышем. Но если будут жертвовать АБ2, то мы бьем 2. И ходим ЕД4. На b 3 dc 5 ЕД6 размен. И бьем именно шашкой g 5 Бьют назад. Здесь очень много выигрышей. Чуть ли не каждый ход выигрыш. Можно, например, выиграть эффектным способом ходом FE5, и когда жертвуют шашкой и идут в дамки, то комбинация ходом АЖ5 с выигрышем. Но, конечно, издеваться над соперником не стоит, раз каждый ход выигранный. Например, ходим до 4 также выигрыш, даем сопернику надежду пойти в дамки. Тогда dc3. Ставим дамку fe5 и на fg7 проводим комбинацию. cb6, ed6 и бьем 2. И дамка ловится. Поэтому на ход cb4 очень много выигрышей. Надо играть fe5. Тогда bc3. После серии разменов, очевидно, нужно выходить d5. Все остальное проигрывает и грозят нападением. Тогда f3. Например, на ed 6 просто идем в дамки с выигрышем. А если жертвуют АБ4 и нападают, то отходим, снова жертвуют АБ2 и пытаются пройти в дамки. Тогда dc 3 ЕФ2. Здесь точно порядок ходов нужен, чтобы выиграть. Например, надо играть f5. ставить дамку. Надо нападать ЕФ6 и ходить g 6 И в зависимости, куда бы ни пошла черная дамка, мы идем на поле g 7 одно из шашек. Получается единственная ничья только после жертвы АБ2. Если бить вперед, то им нужно нападать ЕФ4, g6, fg3, отбрасываем назад и идем в дамки. Единственный чай ЕF6. Если идти в дамки EF4, то мы жертвуем двумя шашками и отрезаем по большой дороге все шашки. Ведь они не смогут две шашки отдать. Мы побьем на b6 и оппозиция в пользу белых. Поэтому нужно играть EF6. Ну, если дамку ставить на тройник, то простая комбинация с ничьей. Если ставить на большак, то cd4. На d3 бьют на f2, cd4. Ну и куда не ни побей, ничья. Поэтому бить вперед очень простая ничья. Если бить все-таки назад, то здесь точный ход ed6. Все остальное проигрывает, так как у белых лишняя шашка. Ну, например, в чем идея этого хода? Если играть аб2, то ед4 нападение, и когда отходит, следует комбинация d5. Побили, По ну и ничья. Также на dc3 заходит в любки, gf6, аб2. И тут черные могут и b3 спокойно ничего сделать, и даже пойти cd4, попасться на комбинацию. Тоже с ничьей. Поэтому лучший ход считается g6. Тогда нападают e4. Смысла нет отходить, попадаться на простую комбинацию с ничьей. Можно еще поиграть на пару ловушек. Например, пойти h7 и отбросить назад. Поставить дамку. Теперь отходить до Е3 нельзя. Дамка заходит в любки и выигрываем. Поэтому единственный ход это закрываться до Е5. Ну и ходим в СД2. Снова есть ловушки. Единственный ход ЕФ4. Все остальное проигрывает. Ведь у нас есть угрозы разъединить эти сдвоенные шашки. А вот после ЕФ4 уже ничья. fg 3 Ну и в принципе, черным здесь не составит труда сделать ничью. Навалиться двумя шашками на фланг. И с ничьей. Ну у меня на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Шашки для всех.